Заместитель начальника ОМВД России по Одинцовскому округу полковник полиции Иван Канайкин поздравил сотрудников экспертно-криминалистической службы с профессиональным праздником и вручил им почетные грамоты. Он отметил, что эксперты-криминалисты обеспечивают основной объем работы по применению криминалистических средств и методов и поблагодарил их за службу. Сейчас в штате подразделения ОМВД служат 13 человек.